Начнем разборку квадроцикла. А у меня тоже, видишь, крыло отключено. Да нет, блядь, на каракате было подгнившее. На каракате не было. Да это я новое покупал совсем. На каракате надо сидушку. 2,5 стоит крыло. Да. А вообще? Нет, я брал за 1800, по-моему. Это так? Так, что у нас тут? Там снимаем. Фигуру на ответку неси, Андрюш. Миша, ты... Вот эти запорожцы-то перестали вообще быть. Вадика, что ли? Да? На администрации что-то. Неохота никому-то не надо, нафиг. Одни вон лыжники, еще больше ничего нет. Так-то ничего было интересного, да? Мероприятие. Угу. Так столько народу собиралось. Тут ты же. На 17 ключ, Мишань. Ходи на 17, принеси ключик, вот так, 50. Так. Цепи не расцепили, да? Замок вот посмотри, где он. Может, надеешь. Ну, в принципе, это не так много, где уже ключик, вот так, что-то. Крепление 1 болт. Вот сюда, да, вот эти камины мы сделаем? Да, да, да. Не, ну они вот эти хорошо, грязь про них не, не видно замок. Андрюх, дай-ка это, поставь пока на паузу. Сними сюда, если видно. Что эти дюр, давай мне какой-то ключ. Ну там откручу этот глушитель, что ли, туда, штаны. Если залезешь, залезешь, пойдем. Ну пойди, залезу, куда иди. Сейчас тросику зацепим тут. Тормозная. Блин, еще. Нашел замок? Да. Ну аккуратно, мою собачку. Легко снимается. Разберемся по-быстрому. Нам это терка, да, толстая? На ножичком попробуй. Да нет, все. Подъем, все. Там на эту на цепь застегни так и до конца. Все, хватит. Пока хватит. Сейчас сама. Вообще. Глушак открутил. Все, да? Тоже будет. Ну там надо открутить, его надо вперед, потому что немножко. Клинул, снялся. Полностью. Да, только вот как он тут вытащить. Ну-ка там пошли. Вверх поднимите. Пусть он пока тут на раме лежит. Или что, вытащится он? Да. Еще должен вытащиться. Я его ставил это. Вот так, надо говорить. Сюда надо. Ну, шачищем. Нет, да, за ее. Качели. Ну, от Сулякова я не стал стыки делать, нафиг он нужен. Ну, засними такой глушак. Дикий. От квадроцикла, да? Дикий точно. Так. Это сняли. Пошли пока, сейчас мы тут. Ну, ползат. И ползат? Угу. Ну, он может и туго выйти. А может резьба есть, я не знаю. Резьба еще не ушла, я считаю. Нет, еще есть, идет. Так, болт, я не знаю, вытащится он или нет. Потому что я, по-моему, подножки варил уже после. Ага. Все, понял. Как бы не пришлось это пилить. По-моему, все. Молодец. Да, все. Последний болтик остался. Точно. Ну это можно маленько подрихтовать. Немножко.
Я даже не догадал с крышки вот этой, что она у меня снимается, не снимая крылья. Так, ну-ка давай его кверху чуть-чуть приподнимем. Угу. Плотно выстрелил. Угу. Мы его сейчас снимать будем. Наверное, вот этот болт придется снимать точно. Так, подожди, Андрюша, пока выключи. Вот и все, так. Как его вытащить? Вот так, в эту сторону, ага. В эту, разворачивай. Карп мешает, по-моему. Блин. Вот снимать-то его в один раз не снимал. Нет, он пойдет. Наверное. На века собирали. Карбюратор чуть-чуть мешается. Что там еще? Вот это вот самое остается. Трубка? Крыло. Выгнутись. Так, нет, выгнуть не надо ничего. Надо его открутить тогда уж. Крыло-то? Да. Давай его снимем, владимся с меня. Ой, у тебя там крючки. Ставить? Пока поставь. Крыло на паузу встанет. Ставишь, я сам посвечу. Все. Все. Угу. Вот такое крылышко. Из капота. Так, ладно. Ничего, попробуем. Снимай сюда. Вот и все. Так, вот, тихо. Держи, что-то. Это что за трос? Это, наверное, этот, блядь, тормоз, да? Он зацепился просто. Да, он зацепился. Да, сниму, да. Ты не снял его, что? А, не, я этот, открутил, я что-то забыл. Давай потихоньку. Может, какие-то провода. Подожди, вот, по-моему, какой-то провод. На стартер, да. Подожди, я его откручу. Где? Тут только единственная, по-моему, резьба сорвалась на стартер. Это гаечка у нас с той стороны. Вот, когда восстанавливается после боя сквозной. А, ну у тебя же этот другой провод. Сквозняк. А ну здесь вот, в этом, видишь? Так, что, все? Угу. Видишь? Ну, вот куда он же взял. Без яйца. Такой движок был на нашем квадре. Сейчас эту надо открутить. Резочку. Ну-ка, Андрюш, поставь на паузу пока. Выключи ты фонарь. А вот этот будет стоять. Нефан 7 лошадей. С автоматическим сцеплением. Ну все, пока.